Здравствуйте, я Михаил Михайлов. Добрый вечер, я Екатерина Суворова. Екатерина, мы с тобой в замечательном, красивом месте, в котором я, честно говорю, первый раз. Это замечательный ресторан «Гладиатор». Почему говорю замечательный? Потому что здесь все, начиная от кухни, меня поразило, от внимания до комнат кое-каких, да? Шикарно, красиво, богато. И поэтому ты сама вот приехала из Санкт-Петербурга. Тебе понравился ресторан? Михаил, я, в отличие от вас, в этом месте много-много раз. Я ведущая, актриса, и вы знаете, сегодня мы ведем концерт в этом ресторане «Гладиатор». Концерт у Сергея Филимонова, продюсер, у него огромное количество проектов. Я всегда поражаюсь, когда мы прилетаем, мы же прилетаем с Питера рано утром, в 9-10 утра по-разному бывает, как нас принимают. Нас принимают с такой душой, так вкусно, так тепло. Мы всегда чувствуем себя как дома. Боже, мы прилетели в Москву, в «Гладиатор». Мы всегда знаем, что Мариночка Николаевна нас встретит. Это генеральный директор ресторана «Гладиатор». Встретит всегда красиво. Правда, здесь очень-очень хорошо. Мы вам рекомендуем. Мало того, здесь безумно вкусно. Поверьте, я в силу своей профессии вижу очень много ресторанов, много кафе, баров и так далее. Здесь вкусно. Приходите, пожалуйста, и огромное количество концертов в этом роскошном месте. Приходите, здесь вам понравится. А я благодарен «Гладиатору», потому что он познакомил меня с тобой. И мне приятно было сегодня выступать в этом замечательном зале, петь и дарить свои песни. И буквально скоро, следите за рекламой, мы сделаем наш большой сольный концерт вместе с певцом и композитором Сергеем Дроздовым. Обязательно пригласим и тебя, Санкт-Петербурга, приезжай. Спасибо. Мы вместе и споем, и потанцуем. Дорогие друзья, встречаемся в «Гладиаторе». Следите за рекламой. С любовью к вам, ваш Михаил Михайлов. Екатерина Суворов. Еще раз с днем рождения, Сережа Филимонов. Ура! С днем рождения! Ура!